вот здесь и будет какая-то невнятность, то есть вот не будет этой гармонии перехода музыки и перехода твоего кадра, гармонии не будет. Лучше там, не знаю, кадр чуть раньше обрезать, чуть дальше его продлить, но чтобы все-таки это было в гармонии с музыкой. С этой гармонией с музыкой, то есть как раз двойной эффект. То есть, во-первых, от твоей картинки, от изображения, да, во-вторых, от звука. Такой фильм будет гораздо интереснее, гораздо динамичнее. На таких, то есть может быть какая-то сцена уже в одном кадре, но с какой-то динамикой в кадре, или с каким-то развитием события внутри кадра. Можно туда поставить.